8 января, в день собора Пресвятой Богородицы, епископ Южнинский Диодор возглавил божественную литургию в Свято-Никольском храме села Пешетравневое со служением духовенства Южнинского благочиния. Собор Пресвятой Богородицы – важный для православных христиан праздник. Он отмечается на следующий день после Рождества Христова. Собором его называют потому, что в отличие от остальных праздников в честь Пресвятой Богородицы, в данный день совершается общее соборное празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу. Депутат Одесского областного совета Олег Кутатыладзе также присутствовал на божественной литургии в Свято-Никольском храме села Першетравневое. Он считает очень важным для общего благоденствия повышение уровня духовности у членов сельских громад. Сейчас мы приобрели дополнительный земельный участок для того, чтобы там построить дом для батюшки и трапезную, для того, чтобы можно было собирать людей. Это церковь как остов, вокруг которого объединяются люди. В декабре 2017 года знаменитый римский клуб сделал доклад глобальный о состоянии в мире, и он тоже подчеркнул огромную роль религии и нравственности в жизни человечества. Поэтому это очень важный вопрос, потому что люди должны сплотиться, люди должны иметь правила жизни. После благослужения были вручены грамоты благодетелям храма и настоятелю-протоиерею Стефану Карлову. Я в эти праздничные дни, когда весь мир празднует Светлое Рождество Христово, желаю, чтобы все объединились вокруг Бога. Когда станем вокруг Богу ближе, станем ближе и друг к другу. Чтобы помнили о том, что есть очень высокие ценности, такие как родители, такие как дети, такие как Родина и забота о тех, кто нуждается в твоей доброте и любви. Если это все будет проявляться, если получится это воплотить в жизнь, то и жизнь станет легче, и светлее, и проще. С праздником всех!